Слава Україні! РОНО в ефірі. 386-й день війни. І сьогодні дуже багато цікавих тем. Останній «Рамштайн» перед контрнаступом. І схоже на те, що він дійсно буде останнім. Тому що от новини від Польщі. Перші винищувачі найближчими днями, Міг-29, будуть передані Україні. Ну і тема з безпілотником збитим, вона все одно триває. А хто може розказати детальніше, і хто ближче до Вашингтону, ніж наш найкращий інсайдер Андрій Піонтковський. Андрій Андрійович, добрий вечір. Рада вас видеть. Героям слава, добрий вечір, Роксана. Я лише хочу зауважити, що сьогодні не лише там такі радісні новини, а сьогодні, крім роковин анексії Криму, ще й роковини однієї з найбільших трагедій за цю війну. Ну, я кажу досить часто, що коли я думаю, що окупанти не можуть там дні ще пробувати, вони стукають. Але тоді, 16 марта прошлого року, вони збросили дві сверхмощные бомбы на здание Мариупольского драмтеатра. Там пытались спастись люди со всего города, женщины, дети, старики. Была огромная надпись, видели эти фотографии. Это их не остановило, очень много погибших. А лицемерие, эти моральные уроды показывает их уровень, то, что они не эксгумировали, они до конца не разобрали тела, бетон, ну все, что там от этого осталось. Это было очень страшно. Вот там есть видео, которое люди снимали сразу после того, как они сбросили эти бомбы. И потом приехали вот эти вот... кроме как моральные уроды, я их назвать не могу. Вот эти бабкины, шмапкины, они залили там бетон. И стоя на этом бетоне, который залили вот эти вот трупы, которые они не достали, они рассказывали, как они там поднимают какой-то дух, помогают этому городу. Это как лучшая иллюстрация этого русского циничного мира. И мы неоднократно с вами говорили, это ваш тезис, что вы предлагали, что суд должен происходить, один из судов должен происходить как раз-таки вот на месте или рядом с драмтеатром. Да, нет, я имел в виду как раз не один, а вот основной. Мы же видим сейчас, в общем, цивилизованный мир определился с процедурами. Ну, Международный уголовный суд в Гааге, он уже вынес первое обвинительное заключение. Есть два, кажется, пока конкретных русских военных преступника. Но их сотни. Вот тех, которые бесчинствовали в Буче, Ирпене. Но дело в том, что уголовный суд в Гааге не может рассматривать такое преступление, как агрессия против независимого государства. То есть рассматривать дело высших руководителей. Так же, как это было в 1945 году в Нюрнберге, будет создан специальный трибунал. Об этом договорились министры юстиции стран Большой Семерки. И давайте не будем забывать, что на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, а выступление своем в Варшаве президент Соединенных Штатов Байден официально выдвинули обвинение к российскому руководству в систематическом совершении военных преступлений против человечности. Так это сформулировано. Вот как раз вот этот суд над главными военными преступниками Путиным, его Риббентропом. Ну, я бы туда и пропагандистов посадил наиболее омерзительных. Вот он должен произойти в здании Мариупольского театра, который, как мы знаем, итальянский архитектор высказал инициативу, новый проект восстановить. Но я думаю, что после нашей победы весной, летом 23-го года этот процесс пойдет. Может, мы еще увидим этих людей на скамье подсудимых и в 23-м году. Я только напомню нашим зрителям очень интересную историю, когда суд в Гааге был, Нюрнберге был, Юлиса Штрейхера, такого главного матерого, махрового пропагандиста. Ну, этого самого Соловьева гитлеровского, так бы. Да, да, там будет и Соловьев, и Симонян, их там очень много, Скобеева. Так вот, даже сами нацисты, они на скамеечке так подальше, он вонял, очевидно, да. Они так отсаживались. То же самое повторится и Симонян, и Шапира, да, уверяю вас, да. Ну вот они отсаживались. Походу такая же, да, вот говорите, точно будет иллюстрация такой истории. Так, контрнаступление, позитивную. Зацеплюсь за вашу позитивную фразу. Во-первых, то, что победа будет в этом году, и то, что, естественно, контрнаступление, ну, ожидаемо. И вот все готовится к этому. Все готовится к этому? Ну, об этом
Только и говорят кремлевские пропагандисты. Вот интересно, когда они хотят поднять дух своего глубинного народа, они не рассказывают им, что они через 5 дней там возьмут Киев или даже Бахмут. Они говорят, какие замечательные, сейчас каждый день показывают вот этого дегенерата уголовника Локсенова, он рассказывает, какие замечательные неприступные фортификационные сооружения построены, враг не пройдет. Они, основная их тема, и, видимо, большие бабки там распиливаются, это строительство оборонительных сооружений. Ну, то есть характер войны определился уже настолько, что даже российская пропаганда может говорить только, так сказать, о готовности, подготовке к оборонительным операциям. Это очень важно, кстати, заметить. Хорошо, а Запад тогда тем временем к чему готовится? Ну, Запад... Запад готовил эту операцию. Слушайте, мы же очень откровенно рассказали нам несколько американских медиа, что в январе-феврале 2 месяца проходили в замечательном немецком городе Висбадене. Он хорошо знаком с историей русской литературы. Там Достоевский там проигрывал громадные суммы в казино. Тургенев с Полиной Виардо гуляли по улицам этого города. А в этом году там были штабные игры американских и украинских военачальников. На заключительном этапе присоединились первые лица, председатель комитета, Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и Валерий Заужный. И они разрабатывали план наступательной операции. Так что это совместная операция. Ну, хотелось бы, конечно, украинской стороне большего объема вооружений, несколько другой номенклатуры, но то, что дано, это уже достаточно для победной. Вы уже начали вводной части, вы поняли, что уже пошли самолеты МиГ-29 из Польши. Об этом же говорили уже в течение полгода, но эта задержка была не случайна. Они оборудовались, эти самолеты, оборудовались новыми средствами и радарами, и вооружением, возможностью носить крылатые ракеты, как американские, так и британские. Вот особенно интересны тут британские ракеты. Ведь министр, премьер-министр Британии Сунак, он, Британия наш самый последовательный сторонник, она всегда выступает лидером западного мира в оказании поддержки Украине. Он заявил же, что, как он сказал, мы первые дали танки, мы первые дадим и ракеты, и мы первые дадим и самолеты. И пока идут МиГ-29, но хорошо известно, что и в Великобритании, и в Польше, и в Соединенных Штатах украинские летчики тренируются на американских самолетах F-16, а в Англии на британских «Тайфун». Я думаю, что вот во время штабных игр так примерно и предполагалось. Операция, в начале операции роль фронтовой авиации будет играть эти самолеты МиГ-29, не только из Чехии, но и из Словакии. Примерно несколько десятков, 50-60 этих самолетов можно. Но в ходе оперативного развернутой операции, возможно, подоспеют к этому времени и украинские пилоты на замечательных F-16. Так что все готово к решающей операции. Да, мы все это ждем. А какую роль в этой операции сыграла история с беспилотником? Вот официально сказали, переговорили Шойгу, Остин. И вот он там что-то пальчиком, ай-яй-яй, мы будем летать там, где мы хотим все-таки. Ну, только положительно. Любая какая-то выходка Путина по отношению к Западу укрепляет позиции наших друзей на Западе, которым приходится еще вести. Мы же видим все эти дискуссии, которые идут и в Соединенных Штатах. Но каждая новая партия вооружения, она как бы через сопротивление такого пропутинского лагеря предъявляется. Чем более хамском ведет по отношению к Западу, тем больше он будет поставлять оружие, тем более легче мы будем получать вооружение. Так что это беспроигрышная игра. Хорошо, для нас. Американскому обществу объяснили эту историю со сбитием американского беспилотника?
Ну, американское общество объясняет политики соперничающих партий. Ну и вот те же республиканцы, которые расколоты. Ну, раз уж вы заговорили, я начну с неприятной новости. Ну, мы знали, что врагом, убежденным врагом, заклятым врагом Украины является господин Трамп, который все время в центр избирательной кампании поставил обвинение Байдена в том, что он своей безрассудной политикой поддержки Украины ведет мир к Третьей мировой ядерной войне, тратит миллиарды долларов, когда там в Америке инфляция и так далее. Но, к сожалению, вот под близкую позицию занял наиболее популярный кандидат из Республиканской партии, губернатор Флориды Де Сантис. Он так высказался, что Украина, ну что это? Это пограничный какой-то спор в далекой стране между Россией и Украиной. Это не представляет жизненного интереса для американской безопасности. Вот Китай, да, это основной противник. Вот. Это не вызвало, между прочим, реакцию очень положительную для нас такого рейгановского крыла республиканской партии. Они осуждали эти высказывания. И сейчас большинство республиканцев в Конгрессе, они поддерживают Украину. И наоборот, они критикуют Байдена за недостаточную поддержку Украины. Ну, а вот в связи с этим инцидентом самолетом решили отметиться и все другие республиканцы. Все дружно критикуют нашего дедушку Байдена, что как-то так, до чего он допустил, нужно было жестче давить, нужно было и так далее. Но это обычно. Мы уже в центре избирательной кампании. И тем более, мне кажется, не мне кажется, а очевидно, что войну надо заканчивать в этом году до разгара избирательной кампании. Пока нам ничего не угрожает. В палате представителей, в Сенате, большинство двухпартийных, тех республиканцев и тех демократов, которые за поддержку Украины. Но видите, когда вот Де Санти занимает такую позицию, Трамп продолжает. И уже показывает опросы общественного мнения, республиканцы уже поделились как бы пополам. 50% за поддержку Украины, а 50% придерживаются позиции Де Сантиса и Трампа. Так что заканчивать с Путиным надо быстро. Да, мы тут весь процесс уже просчитали, тут помощь едет, тут пилоты или там военные уже заканчивают обучение или закончили в Германии, в других странах. И тут в этот дружный коллектив врывается Си, приезжает к этому врагу, и тут приезжает к дедушке второму. И это прям плохо со стороны для нас, кажется мне, но, может быть, я неправильно воспринимаю. Мне кажется, что слишком как-то вот в украинской медиа как-то болезненно слишком воспринимается визит Си, и придается ему слишком большое значение. Ну, что такое Си? Не первый и не последний иностранный лидер, который приедет к нам с неприемлемыми абсолютно предложениями. Ну, приезжали, помните, 16 июня прошлого года приезжали не один Си, а три лидера европейских стран, не менее уважаемых, чем Китайская Народная Республика, Франции, Италии, Германии, приезжали с итальянским планом. Ну что, мы помним, куда их послали, по адресу русского корабля, и они прекрасно туда пошли и восприняли. И, между прочим, смотрите, какая сейчас замечательную политику проводит. Резко, согласитесь, что резко, если сравнить вот за прошедшие полгода, усиливает поддержку Украины и в Германии, и во Франции, и в Италии. Так и товарищу Си нужно очень вежливо, соблюдая все протокольные процедуры общения с китайским императором, послать по тому же адресу. Я не понимаю, почему такой ажиотаж. В чем интерес? Ну, во-первых, я хочу начать, я сказал слово «протокол», оно здесь еще для китайцев все протокольные вопросы очень важны. Вы смотрите, какой нам навязывает сейчас потихонечку сценарий, что товарищ Си вот приедет к своему этому северному варвару, вассалу своему, поговорит с ним, и оттуда позвонит там по телефону или по интернету, я не знаю почему, и проведет конференцию с Зеленским. Мне кажется, как минимум нельзя допустить такой
такого протокольного промаха на дипломатическом уровне объяснить товарищу Си, что если уж он вызвался быть посредником между военным преступником и государством жертвы агрессии, то, по крайней мере, пусть он одинаково вежливо поведет себя с обеими сторонами. Если он едет к Си, пожалуйста, после этого добро пожаловать в Киев. Мы его, кстати, приведем, как и Макрона, и Шольца, в Бучу, в Ирпень, познакомим с подвигами его союзников по... Вот, извините, я фразу только оставлю. Вот они действительно воспринимают россиян как варваров. И по результатам то, что они делают в Украине, они оправдывают это название. Вот они ведут себя как варвары. Циничные, вот просто ниже. Вот мы сегодня обсуждали, на самом деле, вспоминали драмтеатр с моим редактором. И это не люди, и это не звери, и ты не знаешь, как их назвать. То есть в этом смысле он очень адекватно их оценивает, и он очень адекватно к ним относится. Но ради чего, что он туда едет? А это ради своих великих китайских интересов. Он едет спасти товарища Пу для дальнейшего продолжения работы товарища. Товарищ Пу, я не сейчас придумал, посмотрите вот мои книги в интернете, которые есть. Я назвал его еще лет 10-15 назад председателем ликвидационной комиссии России. Он же проводит сдачу всех экономических, политических интересов России на Дальнем Востоке, Сибири, там так называемые зоны опережающего развития, это зоны, в которых уже все и бизнес, и технологии, и рабочая сила, все это Китай, они выкачивают ресурсы, перевозят на через китайскую границу, там перерабатывающие предприятия. Ну и кроме того, самое главное, вот посмотрите, как все относятся к этим северным варварам. Он собирается ехать в Москву, да, это большая честь для Москвы, ну кажется, сам китайский император к ним приезжает. Они же объявляли еще в начале марта, что он едет 21-го, потом это опровергалось в Китае. Сейчас опять возникла эта цифра 20. Я еще не уверен, что доедет он 21-го или нет. Но предварительную работу он же провел. Это хорошо известно, говорили по всем украинским каналам. Примерно дней 10 назад есть у них такое Министерство природных ресурсов. Оно, в частности, отвечает за картографию официальную. Оно как раз выпустило новые карты Китая и его соседей. Так вот, на этих картах десятки русских городов и населенных пунктов от Владивостока до Иркутска, Байкала. Байкал у них называется Северным морем у китайцев. Они названы исконными китайскими именами. Там, то есть он начал собирать исторические земли назад. Такой задел на будущее. Да, ну а если Пуэль собирает, то почему бы Си не собрать? Это пока просто скромный шаг. Это те конкретно китайские территории, которые были отторгнуты по двум несправедливым договорам. Век, так называемый, китайцы называют это век унижения, 19 век, когда империалисты, там хищники растаскивали Китай, и Россия там, уверяю вас, в первых рядах была. Было вот знаменитое боксерское восстание в Китае против, и русские войска как раз отличились с такими же примерно зверствами, как сейчас в Украине, и в подавлении этого восстания. В Пекин тогда еще. Все это Китай прекрасно помнит. Но это колоссальное оскорбление, нанесенное Москве. Но оно не случайно сделано именно в эти дни, когда российские власти отчаянно зависят от Пекина, надеются на его приезд, на его политическую поддержку. Ну, в своем безумии, может быть, они надеются даже на какие-то оружие, которое Китай будет поставлять. До этого не дойдет ни в коем случае. Это Китай, американцы не позволят. Они об этом каждый день сейчас повторяют. А Китай не может рисковать разрушением своей экономики, если уж американцы пойдут на очень резкие разрывы в экономической сфере, которые будут болезненны для них самих, потому что это очень близкие, это как сиамские близнецы сейчас, китайские и американские экономики, но китайскую это просто разрушит. Вот, так они понимают прекрасно, что в этой атмосфере никто в Москве не пикнет. Так вот, смотрите, после того, как
пол Сибири названы китайскими именами, ни одного, не то что, где наша Мария Владимировна Захарова, великая русская патриотка, почему она или бухает с тех пор, не смогла бы, никто, ни, даже на телеграм-каналах, молчание, молчание. А молчание – это знак согласия. Значит, уже половина дела сделана. Москва промолчала, значит, она приняла, уже она наполовину признала, что эти территории несправедливо аннексии. Вот в такой ситуации он едет. Ему важно, он понимает, что Путин проиграл войну, ему важно сейчас навязать каким-то Украине условия такого мягкого поражения Путина. Ну, чтобы он мог продать своему населению как такую почетную ничью и тем самым удержаться у власти. Самое главное для китайцев, чтобы их, по существу, их ценнейший агент Путин удержался у власти. Потому что если Украина достигнет вот той победы, которая нас ждет в весеннем наступлении, выйдя на границы 91 года, конечно, политическая карьера Путина будет закончена, и китайцы понимают, что кто бы ни пришел к власти, вряд ли там придет, конечно, какие-то европейско ориентированные, либеральные части элиты общества, скорее какие-нибудь националистические, левые, но все они будут обвинять Путина в сдаче национальных интересов Китая. Они потеряют ценнейшего своего агента, им надо его сохранить у власти. Сохранить у власти можно только вот путем такого, ну, грубо говоря, скажем, возвращения к границам, к линии 23 февраля. Вот это Путин сможет продать населению как такую почетную ничью. Вот с этим примерно Си приедет в Киев. Андрей Ильич, а помните, мы с вами как очень сильно надеялись, что прилетит на голубом вертолете и Си заберет его, Путина, куда-нибудь? Это он обязательно сделает, но это он сделает после того, как украинские войска войдут в Севастополь и также проведут там парад победы. Вот после этого он приедет на своем голубом самолете, конечно. Он реалист. Ему наплевать на Путина, на Россию, на Украину, на кого угодно. Китай всегда ведет абсолютно циничную, ну и, естественно, как уже мы сейчас про китайскую. Сейчас ему надо попытаться спасти Пу. Ну, а для этого нужно мягкое поражение. А нам нужно жесткое поражение Путина. И как правильно говорят многие военные и политические аналитики, в конце концов все будет решаться на поле боя. Вот удастся нам весеннее наступление, вот и никаких будет уже линий 23 февраля, и мягких поражениях не будет речи. Ни о каких путах речи не будет идти. Тем временем этот самый Пу сегодня общался со своими олигархами, ну, те, которых не успели пощипать и раздеть, и выгнать, в общем, какие бы ни были. Значит, дошло до того, цитирую я его, что руководители стран на Западе предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Но за репой тоже к нам приедется ехать. Вот там не побежали все, не полетели с Соединенных Штатов там за репой-то. Вот, на Россию, а? Ну, слушайте, что у них там в головах делается? Послушайте Пу, послушайте Медведева, послушайте Пескова. Эти люди еще... А помните, как год назад, как он гордо стоял, отставив заднюю ножку, и говорил, что через 5 дней я войду в Киев? А чем он болел? А если кто-то из западных стран попытается мне воспрепятствовать, то они испытают такие катастрофы, которых никогда когда не было в их истории. Ну, естественно, он грозил это ядерным оружием. С ядерным оружием он уже не грозит. Ему объяснили очень внятно, что будет с ним лично, если он будет использовать ядерное. У него не осталось никаких карт, кроме вот ударов по украинской инфраструктуре. Но тут тоже ведь была политическая надежда на то, что украинское общество в конце концов обратится к своей власти. Ну, сделайте что-нибудь, договоритесь о чем-то с Путиным, чтобы это прекратить. Это не случилось. Наоборот, большое впечатление во всем мире произвел этот опрос общественного мнения, где, кажется, 89%, поправьте, если я не ошибся, ответил, что в случае удара Путина по Украине не только
Украина согласится на мир, на какую-то капитуляцию, он будет ужесточенно добиваться уничтожения путинской армии и изгнания оккупантов из украинской территории. Так что он сейчас ему нужно мягкое поражение, и вот он надеется на товарища Си. Мы не хотим мягкого поражения. Как вы думаете, иллюстрация вот следующей истории, там годовщина аннексии Крыма была, будет, и Путин вроде как собирался ехать, ему сказали, слушайте, тут большие, высокие, разведка говорит, высокие риски терактов, давайте вы туда ехать не будете, и праздник никакой мы там устраивать не будем, концерты мы не собираем, массовку мы отменяем, ну потому что мало ли, и в общем переиграли этот сценарий, не лучше ли это иллюстрация достижений великого архистратига, ну, сами знаем кого. А еще лучше иллюстрация была, когда он на каком-то там концерт, не знаю, он или его двойник Блужники, так за ним притащили туда, как это русская система, панцирь называется. Потому что это после как раз напоминания британского премьера Риши Сунака, что Британия готова передать ракеты Стормшейду, их дальность никому не известна, где-то 700 до 1000 километров, а все же еще Москву достают спокойно. Так вот, уже несколько месяцев были сообщения в британской прессе, как раз вот польские МиГ-29, они именно потому задерживаются, что британцы работают над оснащением их своими ракетами. Ну вот, в этом контексте, кто его знает, может уже сегодня прилетел МиГ с одной и британской ракетой, которая и достает там и до Севастополя, и куда угодно, где он концерт собирается проводить, я не знаю. Я хочу еще вернуться к этому случаю с беспилотником, потому что эту позицию Соединенных Штатов восприняли немножко как слабость, но пока, по крайней мере, пропагандисты так понесли. Вот типа, вот, мы сбили, значит, еще будут летать, еще будем сбивать. А что Остин? А Остин разве что-то сказал? Ну, пролепетал там, что ему по протоколу положено, и все. И как-то так вот не воспринялось как жесткая позиция. Сейчас ответочка вам прилетит в случае чего, а? Ну, понимаете, тут в чем дело. Это мы же заметили уже, что любое, даже самое такое жесткое высказывание в поддержку Украины и отправка вооружений сопровождается всегда у американцев, у Запада маленькой оговорочкой такой. Да, мы вот передаем это, но мы против. Во-первых, всегда американцы подчеркивают, чтобы это оружие не использовалось в Украине для ударов по собственной территории Российской Федерации. Украина это соглашается. Об этом были заявления украинских водителей публично. Но главное, они говорят, что мы хотим избежать прямого столкновения России и стран НАТО. А почему они пытаются сбежать? Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Ну, достаточно долго боялись, возможно, ядерной реакции. Но с ядерной реакцией покончено. Пу все объяснили, что с ним будет. Да весь его образ жизни, все эти дворцы с золотыми унитазами показывают, что это не шахид, который там жаждет встречи с 60 там, или с какими-то 72 девственницами в раю. Ему там достаточно обслуги в этом дворце с золотым унитазом хватает. Они вот что опасаются. Они опасаются, что в случае столкновения вообще-то радоваться этому нужно. Если ПУ ударит по территории стран НАТО, то они будут вынуждены ответить, как они все время клянутся. Мы будем сражаться за каждый дюйм АТАКМ-5. Помните, какая паника, практически паника поднялась на Западе, когда упали два. И все начали говорить, нет, это ничего страшного, это Китай, это украинский. Потому что придется отвечать ударами. А почему они боятся? В общем-то, всем понятно, что если им придется отвечать, они будут отвечать тем же, чем они обещали в случае ядерного удара. То есть эта война закончится в несколько дней, если им придется отвечать. И будут спасены десятки тысяч украинских жителей и солдат. Но
этот не очень ему улыбается, потому что в течение этих нескольких дней все-таки в этой войне, скорее всего, погибнут несколько сот военнослужащих американских и других стран НАТО. Возможно, Путин шарахнет по какому-нибудь там городу в Европе, погибнут тысячи мирных жителей. Вот эти потери для них неприемлемы. Они, да, они за победу Украины, они будут представлять и предоставлять оружие, необходимое для победы, но чтобы это было без пролития западной крови. Также и в этом инциденте. Но они могли бы объявить это актом войны, и там за 5-6 дней уничтожить все, да быстрее, российскую группировку в Украине. И дальше это им не нужно и не палить. Но при этом потеряли бы какое-то количество военнослужащих. Но все-таки, если эти провокации будут продолжаться, и если когда-то они дойдут до того, что, ну, скажем, поставят и начнут прилетать эти самолеты F-16. Когда-то они будут прилетать? Для чего там украинские летчики не готовятся? Так, что ли, для общего образования? Прилетать они будут с румынских или польских аэродромов. Ну, Путин в отчаянии ударит по какому-нибудь из этих аэродромов. Ну, тогда с ним разберутся, закончат его за несколько дней. Но пока вот у них настроение... Ну, я это говорю не только по официальным источникам, по разговорам в Вашингтоне. Им, они решили, да, была же долгая дискуссия, победа Украины или так называемая концепция Салливана. Да, нужна победа Украины. Мы поставим все. Ну, давайте сделаем так, чтобы без нашей крови. Без... Они отвечают перед своими избирателями, понимаете? Это понятно все. Но вот этот Рубикон, он будет перейден, как вы считаете? Или красная линия, которая... Они надеются, что он не будет перейден, что без этого вот во время военного наступления украинцы с ними справятся. Им вообще очень повезло, что вот нашлись такие 300 спартанцев и 40 миллионов украинцев, которые всю эту грязную работу готовы сделать за них. Но у меня такое ощущение... Давайте так откровенно. Вот знаменитое высказывание такого военного эксперта, как Наполеон Бонапарт. Он говорит, главное ввязаться, а там будет видно. Он «s'engage, puis on voit». И вот когда начнется эта битва за Крым, я думаю, что если там понадобится включение в какой-то решающий этап эскадрильи самолетов F-16 или дальнобойных ракет Storm Shadow, то, конечно, они появятся. Главное вот ввязаться в эту борьбу. Логика развития событий последний год как раз военная подсказывает. Военная логика будет диктовать, понимаете? По поводу грязной работы и по поводу больших потерь. Вот тут подсчитывал, понятно, что до десятка невозможно посчитать потери российской армии в Бахмуте. Меньше, чем за год, там от 20 до 30 тысяч. Там утилизируют все мясо, которое они позгребали с тюрем. Это так называемые мясные атаки, это и ЧВК Вагнера, и, естественно, регулярные войска. Вот они прут с надеждой, я не знаю, там что-нибудь оставить кусок своего тела там в этой плодородной украинской земле. И никакого объяснения этому нет. Я удивляюсь, вот когда их туда посылают, неужели вы не понимаете по логике развития предыдущих событий? Вот послали перед вами, их же убили, утилизировали, ну, 1002. Безропотность и как бы нелогичность этого процесса? Или ну, эта безропотность, она поддерживается и заградительными отрядами. Недавно очень хороший видеосюжет был в украинских телеграм-каналах, как переговоры русских офицеров, которые просто расстреливают бегущих где-то там под Бахмутом. Это традиционная в советской армии технология. Тем более, что заключенных-то жалеть. Ну, это так... Она будет расширяться, вот это как и на все. Мы же говорим, что это часть общества. Такое же безропотное остальное общество. Ну, расширяться трудно. Мясо кончается. Ведь он же даже... Он же чувствует. Подождите, а как кончается? Что вот начинает... Всеобщую, так, вторую волну, вот говорит, 35 уже вроде городов или регионов разослали эти повестки. Да, да, но заметили, что это он делает, ну, практически секретно. Он мобилизацию не объявляет, а пользуется хитроумно, как бы ему кажется, что всех обдурил, тем, что он не отменял предыдущий указ. Значит, знает кошка, чье мясо она посылает на убой. Все-таки они опасаются даже. Ну, вы смотрите, какой уровень, до чего сегодня
сегодня, в чем сегодня выражаются массовые антивоенные выступления? Это вот чуть не каждый день какие-то матери, жены, сестры запишут: «Дорогой Владимир Владимирович, вот, пожалуйста, сделайте так, чтобы наших братьев, сыновей как-то одели получше, обучили, снабдили, чтобы им как бы сподручнее было убивать украинцев. А еще лучше, если вы сначала их уведете в какие-нибудь там тыловые части подбивать и так далее». И это обращается к человеку, который послал их близких умирать. А на следующем обращении вот было: «А вы знаете, они уже все погибли». Ну вот пока на таком уровне сознания русского народа будет работать, то на внутренние причины протеста в войне надеяться сложно. Надеяться нужно только на победу на поле боя в мае-июне этого года. Слушайте, а почему... Тогда и все прозреют, тогда и все прозреют, и антивоенное движение начнется, и тогда будет все повторять, что они всегда были против войны, и какой же тогда преступник Путин, и вот даже не разрешат товарищу Си увезти его на голубом самолете, а постараются разорвать на части на месте. Но вы это только после победы на поле. Не, но мне кажется, вы им все равно польстили. То есть у них такое проснется гражданское самосознание. В общем-то, мы всегда... Ну, вы знаете, 10 мая 45 года в Германии были только антифашисты. Антифашисты. Так, возвращаясь к вашей супероптимистичному прогнозу. Победе даже, не контрнаступление, а уже победе, июнь, лето 2023 года. Это вы так проанализировали все вооружение, которое сейчас потоком в Украину поставляется? Ну, а для чего это? Ну, это наступление, по-моему, оно же готовилось вот Мильни за ужином 2 месяца штабных игр, но оно уже разжевано всеми военными экспертами. Это взятие Мелитополя, фактически превращение Крыма и еще оккупированной части Запорожской области, это громадный котел и хладнокровный расстрел вообще всего, что там движется, шевелится под российским флагом, дальнохаймерсами, которым, конечно, будут, которые сегодня достают там, ну, почти где-то до середины Крыма, но за это время они, безусловно, получат атаки, будет покрывать, если не в том шейде, будет покрывать всю территорию Крыма. Да, мост, конечно, будет взорван в первые дни операции. Ну и что будет? Сколько они там под огнем будут стоять? Уйдут так же, как ушли из Херсона? Других непростых решений нет. Ну и уж это, я думаю, вызовет очень серьезные политические изменения в бункере. Как вы тем думаете? Более, да, даже сегодня, мы же уже, наверное, у нас заканчивается, мы уже другую важную тему почти не затронули, продолжающийся конфликт между генеральным штабом и штурмовиками, между Пригожиным и Герасимовым. А какой он конфликт? Же... Мне кажется, извините, Андрей Андреевич, по-моему, Пригожина уже списали в утиль. Ну, еще 2-3 месяца побарахтается публично, и все. Ну, он, да, конечно. Но он-то еще продолжает каждый день кричать, что это предатели. Он же понимает, что его будет списывать. Он работает на будущее. Он работает на будущее. Понимаете, тут, возможно, второй сценарий, другой, более драматический. Украина может прийти в контрнаступление под Бахмутом. Вы же заметили резко изменившуюся такую тональность заявлений военно-политического руководства? Нас почти приучали к тому, что вот не сегодня, завтра мы Бахмут цивилизованно оставляем и выходим на другие оборудованные позиции защищать там Славянск, Краматорск и так далее. Тем более, что там достаточно непроходимо фракционно. И вдруг потом нет, в Бахмуте надо оставаться, это очень важно. Я полагаю, что эта реакция вот на этот конфликт, на этот бардак в российской армии, когда, собственно, штурмующий Бахмут Пригожин и руководящий штурмом Герасимов думают, как уничтожить друг друга, а не как победить Украину. И эта обстановка, мне кажется, создает возможности для серьезного контроля. Да у меня такое впечатление, что Пригожин уже вот в своей пиар-компании играет на поражение под Бахмутом. Он каждый день говорит: вот мне не дают оружие, поэтому велика угроза
падение Бахмута, и фронт наш повалится до самой границы 91 года. И виноваты в этом предатели из генерального штаба. Ну вот, если представьте, если действительно пройдет такой контрудар Украины, ну, и его, кстати, в этом поддерживает уже вся такая ультрафашистская пропагандистская машина, все так называемые легендарные военные корреспонденты, все кричат, вот, герой Пригожин, генеральный штаб предателя. Ну, это вы представляете, что будет, произойдет, какой военно-политический эффект будет на возможный контрудар под Бахмутом. У меня такое ощущение, что этот сценарий рассматривается сейчас военно-политическим руководством Украины. Именно поэтому как так резко возрос интерес к Бахмуту. Появились головокружительные возможности оперативные, мне кажется, здесь. Мне сработать просто... на этом конфликте между Пригожиным и Герасимовым. Да, но вот эти вот старые кадровики, они очень грамотно в интриге сыграли, вот согласитесь, потому что сколько бы там не было за ними, они лажали, они ошибались, они там сдавали, ничего, ни один не лишился должности, никто там не пошел там под суд или что-то да, у них есть. Да, да, но пока, а вот после следующего Пригожин уже всю эту такую ультрафашистскую почву взрыхлил, он назвал предателя, после следующего неудачи российской армии, либо под Бахмутом, либо, скорее вероятнее, вот на южном направлении, но тогда уже вся московская орда заорет: предатели Герасимов и Шойгу, повесить их немедленно. Поэтому сейчас уже крупный военный успех немедленно станет сокрушительным политическим успехом. А неотвратимость украинского контрнаступления, успешного контрнаступления в Кремле, как вы думаете, понимают? Понимают наши враги и отчаянно пытаются его остановить. И визит Си как раз именно этим сейчас обусловлен. И противники Украины развернули гнуснейшую сейчас пропагандистскую кампанию в американских средствах массовой информации. Масса. Каждый день появляется какая-нибудь статья какой-нибудь корреспондентки Вашингтон-Пост из Киева, как вся Украина устала от войны, как ослабел дух боевой и общества, и армии, какие громадные потери, как все думают о том, как бы победиться с русскими и так далее. А другая газетенка пишет, что растет конфликт между Западом и Украиной. Украина скомпрометировала себя террористической атакой на Северный поток, убийством Дарьи Дугиной, террористической атакой в этой самой Белгородской области. Да, вы помните историю с героическим мальчиком Федей? Повезло мальчику, его патруль, они же там застрелили двух водителей машин для того, чтобы обвинить Украину, а могли бы и Федю убить. Но в последний момент решили его ранить. Вот он недавно там вышел, вчера показывал его, героически вышел из больницы. Ужасно растолстел мальчик за неделю. Но они, видимо, там все с голодухи дохнут. А в больнице его по особому пайку откормили Феденьку. Вот, так что на пропагандистском фронте работает все. Я воспользуюсь своей возможностью, который раз сказать на украинском телевидении: гоните к чертовой матери корреспондентку Вашингтон-Пост в Киеве Изабеллу, как-то ее фамилия типа Ходорчан. Вот она написала эту гнуснейшую статью о том, что Украина потеряла уверенность в себе, и весь народ хочет перемирия. То есть Кремль сейчас использует последние возможности, как бы переломить ситуацию. То есть это вот все, ну, избежать, остановить это наступление политическими средствами. Вот что привезет Си? Си привезет, ну, прежде всего, прекращение огня. Может, даже в качестве какой-то приманки, там какое-то отступление небольшое, там русских, так, любыми средствами не допустить вот этого контрнаступления. Ну, вот, слушай, да, но есть еще позиция Запада, тут его 12 этих пунктов были очень смешные, такие: за все хорошее, я говорю, против всего плохого.
Об этом сразу же Блинкин очень резко выразился. Нет, встречание, вот еще раз повторяю, меня несколько удивляет такое вот повышенное какое-то внимание к персоне Си. Ну, во-первых, пусть он приедет, если он хочет о чем-то разговаривать. Это первое. Уверяю вас, для китайцев протокольные вещи очень важны. Им надо показать, что вот великий император, он там по телефону говорит с каким-то украинским варваром, поссорившимся с русским варваром. Если он приехал к русскому варвару, давай в Киев обязательно будет. Проведем его. Познакомим с монахами из Печерской лавы, недозачищенными агентами ФСБ. Проведем по всему маршруту. И... Кстати, извините, уже если вы вспомнили, их не разжалуют там где-то ФСБ, потому что тут это маленькое выступление. Они, оказывается, заранее, очень заранее знали, что Владимир Александрович Зеленский будет президентом. И так молились, молились, а тут вот им по шапке не настучат, а? Да. Ну, видимо, это их последняя методичка, которую они получили. Сочувствуем на самом деле нет, но это такое же. Я, кстати, буду внимательно очень следить за событиями. Они вроде бы в конце 29 марта, в конце должны все-таки Киево-Печерскую лавру освободить. Они отчаянно сопротивляются, вцепились зубами, когтями и всем, чем можно. И, в общем, не уйдем. Здесь было очень душевно. Помните этот мем? Не хочу уезжать. Было очень душевно. И, собственно, останемся мы здесь и вынесут нас только вперед ногами. Конечно, хотелось бы, чтобы не их вынесли, а вот этого Пу, Шму и Бу, но, знаете, имеем, что имеем. Я все-таки не могу не спросить по поводу позиции. Вот вы говорите, что там сейчас происходит такое противостояние, потому что близятся выборы американские. Эта позиция не смягчится вот по поводу этого дедлайна. Если вот контрнаступление не лето, тут не поставили ли какой-то дедлайн украинской власти, что контрнаступление должно быть обязательно в обозримом будущем? Вы должны показать нам результаты, что вы деоккупировали вот это и вот это. И дальше мы будем уже сидеть и решать... Ну, во-первых, это не в такой трактовке, это неправильная формула. Вы должны показать нам. Мы с вами должны добиться. Я же, во-первых, план этого наступления разработан совместно. На 90% оно обеспечено оружием, предоставленным Западом. Поэтому тут нет вот такого отношения, что вот мы вам даем испытания. Вот это совместное... Это наши союзники, к которым у нас есть претензии, мы не раз их обсуждали, но это наши союзники. Но что решается? И вот мы уже с вами обсудили в случае вот этого наступления, падения, бегства русских из Крыма. Мы уже обсудили политические последствия с конец войны. Если оно не будет таким успешным, ну тогда придется идти на какие-то... Придется, наверное, вот тогда давление со стороны вообще всего мира в пользу того, чтобы мягкого поражения Путина, тогда придется соглашаться на линию 23 февраля. Вот в чем стоит вопрос. Вопрос же не стоит о том, что Украина или победит, или погибнет. Она уже во многом победила. В том, что никогда никто не может подумать там о покорении Киева, Одессы, Николаева. Украина отстояла свою независимость, отстояла свой выбор, отстояла свое членство в НАТО как гарантию своей безопасности. В этой битве июня будет решаться вопрос. Либо она сегодня восстановит свою территориальную целостность, либо придется пойти на прекращение огня по какой-то по линии 23 февраля, и вопрос полного восстановления территориальной целостности будет отложен на небольшой по историческим меркам срок. Но мы надеемся на победу в этом сражении. Да, мы надеемся на победу. Не хочу заканчивать на такой пессимистическом возможном прогнозе. И спрошу просто лайтово. Помощь уже теперь Израиля. То есть они разрешили, что там, одобрил экспортные лицензии, да, на возможную продажу систем борьбы с дронами. Это очень важно. Это вопрос дронов просто закрывает. Израиль этим занимается, этой проблемой многие годы уже. Их системы противодействия дронам наиболее эффективны. И Израиль еще больше будет помогать. Дело в том, что у нас не было времени обсудить. Товарищ Си сейчас достиг очень большого политического успеха. Примирение Саудовской Аравии и Ирана. Ну, это по существу примирение тысячелетней войне шиитов и суннитов. Это большой успех на Ближнем Востоке. Это большой удар по Израилю.
потому что у него в последнее время как бы противостояние с Ираном появилось такое прагматическое понимание с арабскими режимами, в частности, вот та операция по уничтожению иранского ядерного арсенала, которая неизбежно должна произойти, она предусматривала всегда проход израильских самолетов через воздушное пространство Саудовской Аравии. Я не знаю, как с этим сейчас, после такого сближения Ирана и Саудовской Аравии, но Израиль гадать не будет. И я уверен, что свою задачу уничтожения угрожающего существования ядерного комплекса Ирана, да и всего тем самым всей иранской политической верхушки, он откладывать теперь не будет. С Саудовской Аравией или без Саудовской дожидаться организации дальнейшего такого прокитайского блока против него на Ближнем Востоке он не будет. И поэтому очень четко вырисовывается противостояние, ось зла, три тоталитарных режима Китай, Иран и Россия против Запада, против свободного мира и трех островов свободы этого мира. Это Израиль, Украина и Тайвань. Им как раз непосредственно угрожают Иран, Россия и Китай. И поэтому сотрудничество Израиля с Украиной теперь будет только нарастать. Но более того, она символична, мне так кажется, на самом деле. Вот я не знаю, потому что вот в этой борьбе тоталитарных режимов против свободного, вот мы на одной стороне с Израилем и с Тайванем. И мы уже очень много сделали для Тайваня, потому что если бы Украина не устояла, если бы оправдались прогнозы американской разведки, что Киев будет взять через 5 дней, поверяю вас, Тайвань уже был бы в составе Китая, потому что такого позора американцев не пережил бы весь Тихоокеанский регион, и никаких союзников, таких как Япония, Индия, Австралия, уже бы у Соединенных Штатов там не осталось. Но все пошло по-другому. Да, и Киев за 3 дня, остался мемом на самом деле. Я вот в очередной раз говорю, не знаю, доедет ли до 21 марта Си в Москву. Если доедет, у нас будет шикарная тема для разговора с вами на нашем следующем эфире. Спасибо вам, Андрей Андреевич, большое. Спасибо вам, Оксана, до встречи. До встречи. Андрей Пянтковський, публіцист, політолог, був з нами. Тут маленький організаційний момент. Значить, підпишіться на наші телеканали, лайк, репост. Вам не складно, нам приємно. Ну і все. Я прощаюся, три крапочки, пока.